Привет, ребята, с вами Слава, и вы на канале Тик-Таки-Кук. Я сегодня у моей бабы буду открывать обеденный стол. Такой тяжелый. Сейчас мы будем собирать этот обеденный стол, потому что он у нас разобран. И вот такой он должен получиться у нас, как на картинке. Этот набор содержит очень много мелких деталей, поэтому играть с таким набором нужно только под присмотром взрослых. Это у нас верхняя часть стола. Ножки. Давай открывать пакетики, доставать все, что там есть, и будем смотреть. Это у нас часть наших стульев, это спинки. В этом пакетике салфетки и вот такие вот сиденья на стулья. Ярослава, что ты здесь открываешь? Ярослава взяла самые мелкие детали. Здесь у нас тарелочки, стаканчики, ложечки, вилочки, ножички. Это салфетки. Мы когда стол соберем, будем раскладывать их на стол. Вот так? Давай только, наверное, это пока не будем высыпать. Мы сначала соберем стол, а потом будем расставлять посуду. И откроем вот этот вот пакетик, потому что здесь у нас есть ножки для стульев и крепление для стола должно быть здесь. Так, давай начнем со стола. Нам нужно найти какие-то маленькие такие детали, чтобы вставить сюда, а потом поставить на ножки. Какие-то вот тарелочки. Они можно что, разбить? Нет, они не бьются. Они же пластмассовые. Эти тарелки не бьются, не режутся. А эти? Так. Вставляем. Опа, стаканчик. Эти ножки и крепим вот такие вот еще. Вилка с ложкой. Да, вилки, ложки там. Все, стол у нас собран. Теперь будем собирать стулья, чтобы посадить наших Барби. Нам нужна спинка стула, сиденье и ножки. Ножки. Ножки, да, 4. Вот. Не могу никак ложки собрать. Разбросала ложки, теперь не можешь собрать? Ну, уже положить их можно было. Давай мы стулья пособираем, смотри, посадим Барби. Нож. Да, а потом уже будем расставлять на стол, хорошо? Договорились? Все, собрали мы наши стулья. Довольно-таки сложно они собираются. И у нас получились два средних стула с быльцами, а остальные без. Давай вот так, раскладывай салфетки. Салфетки? Да. Салфетки на тарелке. Вот теперь, у меня есть тарелки двое. Теперь нам нужна отряд. Мелкая тарелочка. Я вот так расставляй. Отряд. А сверху глубокая тарелочка. Давай сверху тарелочки такие глубокие расставляй. Такие? Да. Теперь расставляем стаканы. Ставим свечи на стол. Ой. Вот стаканы. Да, вот еще. Глубокие стаканы. Есть у нас еще вот такая чаша, специальная для вина. Бутылочка вина. Вот еще такое красивое блюдо. Там у нас бананы, виноград,
фрукты. Вот. Теперь расставляем фужеры возле каждой тарелочки. Нужно красиво сервировать стол. Ребята, мы уже накрыли стол. Посмотрите, какой он у нас получился. Ну что, Ярослава, давай теперь подставим стулья к столу и пригласим наших Барби. С быльцами стулья будут по бокам у нас стоять. Держи себе два стула на твою сторону и вот сюда. Давай, Барби, разворачивай рычаг к столу. Вот. Подавай Барби. Давай, одна с моей стороны будет сидеть, другая с твоей. Вот. Все, теперь наша Барби может вкусно покушать. А в следующий раз они пригласят обязательно всех своих подружек за этот праздничный стол. Да. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх!